Привет, мои пупсики! Недавно мне поступил вопрос-запрос, как же я нарезаю канитель? На самом деле я ее нарезаю на глазок, но я прекрасно понимаю, что такой способ никак не подходит для того, чтобы нарезать канитель одинаковыми кусками и сделать работу красивой. Поэтому я прошерстила интернет и нашла самый правильный способ. Способ называется кассетный. Для этого нам понадобится кусок малярной клейкой бумажной ленты, кусок шириной 30 мм, кусок картона, канитель и ножницы. Еще обязательно линеечку и ручку. Кусочек малярного скотча мы отрываем длиной примерно 10 сантиметров. В верхней и нижней части присобачить нужно будет кусок картона. Это нужно для того, чтобы лента никуда не бегала и не мешала нам работать. Также нам понадобится иголка, желательно подлиннее, чем у меня. Я больше не нашла. И канитель. Нанизываем канитель на иглу и аккуратными рядами прикладываем к клейкой поверхности малярной ленты. И таким образом необходимое количество канители мы фиксируем на поверхности этой ленты по горизонтали. Я решила, что всю канитель я не хочу использовать, я использовала небольшой кусок. Также у меня остались небольшие обрезки от деформированных частей канители, мы их тоже применим. После того, как мы нарезали канитель, края я советую обрезать, чтобы они не торчали и не цеплялись потом за работу. Используем линейку для разметки. Размечать вы можете произвольно в той длине, в которой вам необходимы куски канители. И я сделаю просто для примера отрезки 5 мм, 10 мм и 13 мм. Размечаю это просто на оборотной стороне малярной ленты и надписываю, чтобы просто помнить, вдруг я потом могу забыть. Это удобно. Затем просто делаю надрезы по разметке. Отклеиваю от картонки, загибаю уголок, можно оставить в таком положении, можно до конца отрезать, кому как удобно. И при помощи иглы также можно снять каждый кусочек канители, либо прикрепить его обратно, если он не подошел. Хранится таким образом канитель до скончания веков. Пользуйтесь на здоровье! Надеюсь, что видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А также поделитесь этим видео со своими друзьями, чтобы они тоже знали, как правильно нарезать канитель. Не забывайте, смотрите другие мои видео. У меня очень много интересных брошек и других мастер-классов. Спасибо за просмотр, целую всех. Всем хорошего весеннего настроения. Пока!